Друзья, футбольные болтуны в прямом эфире. Всем привет! Сегодня у нас уникальный эфир на самом деле. Мало того, что у нас сразу два Стаса и два Алексея, так у нас еще и целый Александр Иванович Шмурнов в гостях. Александр Иванович, здравствуйте! Рады вас видеть. Станислав Жатиков, Стас Ситник, Алексей Березин, отсутствующий пока одна занавеска в эфире, но сейчас появится, поверьте мне, Алексей Андронов еще. Так что будет нам сегодня, я уверен, интересно. Друзья, вы можете задавать ваши вопросы в чате трансляции. Хочу сказать сразу, мы сегодня только о футболе. Хочу предупредить, поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы по теме эфира. Только о футболе. Итак, Александр Иванович, пока Леша Андронова еще нет у нас в кадре, хотим у вас спросить, чем... О, Алексей Андронов пришел. Леша, привет, включи микрофон. Микрофон включи. А пока Алексей включает микрофон, мы хотим спросить. Да, чем вы занимаетесь сейчас, Александр Иванович, после того, как вот все случилось, когда вы ушли с Матч ТВ? Ну, тем же, чем и раньше. Комментируете футбол? Нет, я думаю. И думайте, и пишите. Александр Иванович, ну, сегодня поговорим, конечно же, и вот Алексей включил микрофон, да? Скажи что-нибудь нам. Опять отключил. Ладно, ждем. Александр Иванович, поговорим сегодня о европейском футболе. Поговорим он и... Всем привет. Он почему-то сам включается и отключается. Вот сейчас тебя слышно. Алексей, привет. Тентованный микрофон. Да, нам перед эфиром Алексей Андронов сказал всем, что он очень соскучился по Александру Шмурнову. Леша. Ну ладно, ждем. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вы... Давайте начнем сразу вот с Лиги Чемпионов. Скажите, пожалуйста, вы так, сильно... У тебя какие-то подвисания видео происходят? У меня все в порядке. Знаешь как, есть такой анекдот. Что, солдаты, там происходит в вашем Краснодаре? В ногу, то, скорее всего, с ним... Вроде ЧВК Вагнер же ушла уже. Да нет, у меня все в порядке. У меня все в порядке. Я тебя прекрасно сейчас слышу. Вот теперь тебя слышно. Так вот, Александр Иванович, скажите, пожалуйста, для вас сильно неожиданная была победа Манчестер Сити в Лиге Чемпионов в этой? Ну, скорее наоборот. Для меня сильно неожиданно было, что они три уже титула не выиграли к этому моменту. То есть должны были третий раз уже ее выиграть? Да, в этот раз должны были проиграть, а все три выиграть. Неожиданно. А почему так? Почему они должны были проиграть? Можно подробнее? Потому что настолько распиаренный фаворит чувствует себя слишком легко, свободно и уверенно, и перестает быть в тонусе. А аутсайдер, такой аутсайдер, который 25-75, судя по оценкам букмекеров и прочих, он ведет себя как настоящий загнанный зверь. И Интер показал, как это делается. Я считаю, что если бы Интер выиграл этот финал, это было бы по-футбольному правильно. Но с другой стороны, это было бы правильно только в том случае, если бы у Манчестер Сити уже было три трофея. Потому что без трофея Манчестер Сити европейский футбол сегодня неправилен. То есть мне трудно было, я разрывался между тем, что обязательно, наконец-то, нужно выиграть Манчестер Сити ближайшие несколько трофеев, даже не один, а побольше. Это обязательно. Потому что футбол – игра справедливая. И второе, тем, что я болельщик Интера, у меня даже есть карточка фан-клуба. Я официальный фанат Интера. И у меня абонемент на следующий сезон. И я болел за эту команду, и она не опозорила ни себя, ни статус аутсайдера, ни вообще все, какие можно было самые оптимистичные ожидания. Это была лучшая игра аутсайдера, андердога за последние лет 15. Угу. У нас, кстати, есть болельщик Милана, Стас Ситник. Я уважаю болельщиков Милана. Более того, приобрести мне абонемент на матч Интера помог мой старый друг, фанат Милана. И более того, у нас с ним примерно одинаковые теперь места, только на разные матчи.
Здорово, здорово, здорово. Так, Стас Ситник, Леша Березин, давайте ваши вопросы. Поехали. Стас, начинай. Хорошо, да, я начну. Но еще раз, приятно снова вас видеть, Александр Иванович. В эфире, назовем это так, да, наше это мероприятие. Вот, ну, честно, хотел поговорить о «Спартаке», но не пойму, насколько вы за ним следили, учитывая ситуацию. Не следил. Не следил, и дело не в том, что я его разлюбил, а в том, что неоднократно эту формулу я повторял. Для меня чемпионат России, как и любой другой страны, был и остается квалификационным турниром перед Еврокубками. Когда я поступил на службу в еженедельник футбол в 93-м году в январе, я работал там в международном отделе, и российское нам доставалось через наши клубы в Еврокубках. То есть все, что я как бы рассказывал людям, писал, там, обозревал, это было выступление клубов России в Еврокубках. И тогда, если помните, ЦСКА выбил Барселону, потом Спартак вскоре набрал все очки в группе, и так далее, и так далее. И это для нас было наградой, праздником. А чемпионат России для меня существует только в том случае, если в нем разыгрываются путевки в Еврокубке. Как только в чемпионате России будут разыгрываться путевки, я мгновенно переобуюсь, как говорится, и полечу на крыльях любви смотреть за тем, кто же попал в Еврокубки. Попадет ли туда любимый «Спартак» или ненавистный «ЦСКА», который уважаем мною все эти годы. Или «Зенит», который перестанет получать в тот момент уже газовое финансирование, останется просто «Зенитом», который я люблю. Когда «Зенит» был в первой лиге, я ходил и писал репортажи о нем в 95-м году. И так далее, и так далее. «Краснодар», все что угодно, «Тойм», кто угодно. Как только будет борьба за Еврокубки, для меня это будет желанное пространство. Сейчас мне просто неинтересно. Незачем. Понятно. Да, Лёш, Алексей Березин. Ага, Александр. Наконец-то подгрузили все видео, и теперь я вижу вас. Ну, ты, на, так, ты сделай так, чтобы мы тебя видели, наконец-то. Не, а что, вы меня не видите, что ли? У меня камера включена. Нет, у тебя камера отключена, друг мой. Лёш, мы тебя еще увидим, я по тебе тоже... Ладно, ждем. Леша Березин, твой вопрос. Ребята, это прямой эфир, так бывает. Еще раз добрый вечер. Вот такой хотел вопрос задать. Мы сегодня уже затрагивали тему итальянского Интера, да? Но, как известно, есть еще и Интер Майами, в который переходит Лионель Месси. Вот. Вот. Хотелось бы узнать ваше мнение на предмет, почему он сделал именно такой выбор. В моем понимании это все-таки более читаемый был выбор вернуться в Барселону. Вот. Но хотелось бы узнать вашу точку зрения. И похоже ли это на финал карьеры, как вот Пеле в свое время именно в МЛС уходил, да? И вот есть ли какие-то параллели у двух великих звезд? Алексей, вы долго задавали вопрос и ответили на него, успели. Это вообще-то журналистская неудача. Успеть ответить на вопрос точно, так же, как вам ответит респондент. Лучше бы вы дождались моего ответа. На второй секунде я готов был вам сравнить Месси с уходом Пеле в космос. Потому что... Ну, это я угадал. Да, нет, ну вы угадали, но зрители, условно говоря, я как... журналист, хочу вам сказать, что зрители были бы счастливы, если бы вы успели дать мне ответить. Не, ну классно, классно, вы все разобрали верно по-футбольному. Поскольку мы говорим не о журналистике, а о футболе, как Стас заявил, то по-футбольному вы гениально все сказали. Так и есть, все правильно. Это тоже Пеле в космос, больше ничего. Это лучше, чем Роналду в Саудовской Аравии. Раза в полтора. Потому что Пеле уходил в обнадеживающую среду в тот момент. Как ему казалось и как казалось самой среде. То же самое с Месси. Все-таки поиграть там, где уже появились в большом количестве, с какими-то определенными надеждами, накануне чемпионата мира, все-таки 26-го года, другие заметные фигуры, это не уход с авансцены.
Это некий маргинальный выбор, ну или выбор старика, уж извините. В любом случае, это выбор уходящего. Но выбор не самый неприятный. Выбор Саудовской Аравии для меня это крест. Извините за несоответствие символу. Ну, просто крест и все. Из Саудовской Аравии не возвращаются. Скорее всего, из Интер-Майами не возвращаются тоже. Хотя я допускаю, во-первых, что Месси вернется, отыграет сезон полтора в Европе. Но это уже не так важно. А во-вторых, все-таки он не уходит из среды. Он не окунается полностью в бассейн с деньгами. Он все-таки немного еще остается в футболе. Но по большому счету это, в общем, одно и то же. Конечно, это просто красивая, богатая поездка с ярмарки с золотым парашютом. Угу. А как думаете, мог ли он все-таки перейти, обратно вернуться в Барселону уже в этом году? Нет, нет, Стас, нет. Никак? Нет. Незачем никому, ни другой. Незачем. Это все было пиар-компания для возвращения Месси. Не нужен Месси в футбольном смысле Барселоне. По маркетинговым, наверное, да. Мог бы как-то поспособствовать. Хотя это мертвому припарки. Ну какие? Если Барселона сейчас такая, как есть, то полтора года Месси ей не помогут. Ей нужно строить вокруг кого-то другого. Вообще известно, что есть цикл, после которого вы начинаете что-то строить, и это не может быть строиться на чем-то очень дряхлом. И в этом смысле Месси мог сегодня, как, знаете, китовый жир льют моряки, чтобы пройти скалы. Да, но незачем. И ему незачем. Там он уже был. А вот этот вызов, возможно, он как-то оплодотворит собой. Ну, тем более, еще раз, чемпионат мира. 40-летний человек может сыграть на чемпионате мира. Может. Хотя полевой игрок очень давно не играл, там Роже Мила, да. Но вратари играли. Но сейчас как бы средства восстановления другие. Может, вместе сыграет на чемпионат мира, забьет там мяч какой-нибудь важный, сыграет роль в каком-то матче. Я не верю, что он там будет лидером. Это невозможно в 40 лет. Но это будет символ, эпоха и так далее. Он поедет на чемпионат мира из страны в страну и так далее. Ну, в общем, быть в Майами гораздо, конечно, круче, чем в Эр-Рияде перед чемпионатом мира в США. И поэтому этот выбор мне кажется правильным. А в Барселоне ему делать было нечего. В футбольном смысле Месси не способен дать больше, чем он выдал на последнем издыхании на чемпионате мира и в отдельных матчах Пари Сен-Жермен двух последних сезонов. Угу. Хорошо. Леша Андронов, ты с нами? Да, с вами. Замечательно. Ну ладно, главное, что тебя слышно. Уже хорошо. Друзья, Алексей Андронов тоже с нами. У меня включено видео, Стас, я не понимаю, почему ты его не видишь. Я вас всех вижу. Так, Леша, мы тоже тебя не видим. Вот я, например, не вижу. Никто я не вас видит. Всех вижу, у меня включено видео. Не знаю, у тебя, тебя на видео нет, в кадре тебя нет. С 96-го года твой, а то и раньше, Леша, известен голос. Говори просто. Говори просто, да и все, ничего страшного. Ты вообще согласен с Александром Ивановичем по поводу Месси? Барселона и Интера, нет, Майами. Подожди, я хотел бы, чтобы меня все-таки было видно. Я немножко не понимаю, почему. А давайте его еще поболтаем, Алеша настроит видео. Давай, настраивай видео. Попробуй перезагрузиться, отключиться и снова включиться. Конечно. Да, попробуй так и сделать. Не больно. Попробуй так и сделать. Отключись, потом перезагрузись и снова включись. Ничего страшного, мы в эфире. Мы тебя все равно будем ждать. Без тебя не закончим. Давай. Ну что ж, Алексей Андронов к нам вернется. Все будет нормально, друзья. Стас, давай. Вперед. Да. Я вот хотел, Александр Иванович, спросить у вас. А не считаете ли вы, что все-таки Манчестер Сити немного повезло с тем, что Бавария начала совершать какие-то немыслимые дурацкие поступки с тем, что убрала Нагельсмана и тому подобное? Считаю. Ну, точно так же соперникам Манчестер Сити в предыдущих 5 розыгрышах, где они должны были выиграть, повезло с тем, что Челси забил дурака, что Реал отыгрался на последних секундах и заковырял еще какой-то. Слушайте, что нет такого понятия повезло. Стас, я честно говорю, нет такого. Если мы с вами когда-то были вместе и учились чему-то вместе, то вы должны помнить, нет такого понятия в футболе повезло. Есть мастерство. И Гвардиола и Манчестер Сити заслужили как минимум 3 трофея. Они пока не добрали.
и говорит, после того, как они взяли первый из трех причитающихся им трофеев, говорить о везении просто по меньшей мере смешно. В этом сезоне повезло, допустим, а в трех других не повезло. Ну, когда-то же все восстанавливается, есть закон сохранения. Нет, это, безусловно, Бавария поступила глупо. Но только, по-вашему, всегда должно вести только соперником Сити? Я не имел... Тут даже вы просто сказали о том, что, допустим, Реал забил и еще что-то. Так то происходило на футбольном поле. А здесь все эти перипетии, по большому счету, психологического характера. Не согласен. Если вы раздраженно хватаете сумку и бежите в магазин за картошкой, которая вам сейчас не нужна, и там в магазине ведете себя неадекватно, еще получаете по морде, то, скорее всего, поссорились с женой. Все, что происходит на футбольном поле, это результат того, что произошло в большой клубной жизни. Послушайте. Там на футбольном поле, а там не на футбольном. Здесь вы поссорились с женой в квартире, а там вы поссорились с продавщицей. Но причина такая же, что вы поссорились с женой. Только здесь вы выбежали и успели с авоськой, а там не выбежали. Послушайте, все, что происходит, все взаимосвязано. Поэтому произошедшее с Баварией на футбольном поле – это результат ее проблем, условно говоря, в раздевалке или в менеджменте. Это понятно. Но все связано. И то, что происходило с Сити, с Манчестер Юнайтед, что происходит сейчас – с Ливерпулем тоже объяснимо. Необъяснимо только одно в мире. Это почему Реал, когда играет плохо, выигрывает. Этого я понять пока не могу. Вот. Но, да. Видимо, чем-то они это заслужили, наверное. Может быть, тем, что они построили первую великую команду в истории. И она тогда недополучила, сейчас дополучает. Хотя я считаю, что титулы Реала, вот на мой взгляд, объективно. Ну, типа, Реал 10, Бавария, там, Милан, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед по 9, а там, какие-нибудь еще там Интер, там, еще кто-то по 8, это было бы справедливо. А у Реала все титулы, как у Брюса Ли все отжимания, а у всех остальных никаких титулов, это несправедливо. Но, тем не менее, вот они его получили, эти титулы. Ну, значит, повезло. Через 200 лет проверим, думаю, все выровняется. Повезло. Да, о, вместе с занавеской Алексей пришел. Леша, еще раз привет. В вашем понимании слова везение как раз. Это я вам отражаю ваш посыл. Повезло. Не повезло, они заслужили, конечно. Я понял. Видео заработало? Заработало, Леша, да. Наконец-то. Мы тебя видим и слышим. Ура! Еще раз, Алексей Андронов, Александр Шмурнов, Стас Ситник, Алексей Березин, Станислав Жатиков в прямом эфире футбольных болтунов. Это прямой эфир. Все бывает в этой жизни. Техника есть техника. Я хочу нашим подписчикам сказать, тем, кто написал в чат трансляции, мы озвучим ваши вопросы. Обязательно, друзья, не переживайте. Леша, скажи мне, пожалуйста, все-таки, ты согласен или не согласен с Александром Ивановичем по поводу Месси и Интер Майами или Барселоны? Ну, ты, я надеюсь, все Спартак, слышал. Ну, отчасти, да. ЦСКА, Спартак. Давайте я тогда сейчас сжато выскажусь, как бы если потом надо будет что-то уточнить или какие-то будут вопросы, то с удовольствием отвечу. Я вообще редко бываю с Александром согласен, но я полностью согласен с ним в том, что чемпионат России в том формате, который он сейчас имеет, совершенно не имеет никакого смысла. «Зенит» назначенный чемпион, это всем очевидно и понятно. Никакой борьбы за первое место не существует в этом чемпионате. Единственное, что меня интересует по старой памяти, и единственные матчи, которые я не пропускаю, это матчи ЦСКА и «Спартака» между собой. Потому что это дерби, оно не имеет никакого значения с точки зрения турнирной таблицы, и, кстати, много лет уже достаточно не имеет. Но это всегда яркое событие. Может быть, его даже можно сравнивать с Еврокубками, потому что такого настроя на других соперников, на мой взгляд, нет ни у ЦСКА, ни у Спартака.
Когда ситуация разрешится, как она разрешится, мы с вами не знаем и предполагать не можем. Но на сегодняшний день, к сожалению, российский футбол смысл потерял. Это в меньшей степени касается других видов спорта, в частности хоккея, потому что хоккей не был интегрирован ни в какую еврокубковую систему, и в Лиге чемпионов наши команды не играли и раньше. И отказывались там выступать. Единственное, куда кто-то там ездил, это Кубок Шпенглера под Новый год в Швейцарии. Такой выставочный турнир, но тоже как бы большого значения не имеющий. Во что превратился российский баскетбол, в общем, все видели. Без Евролиги. Ну и дальше можно там уже идти не только игровые виды спорта. Особняком стоит теннис, который все-таки живет своей жизнью. И большинство спортсменов живут не в России, поэтому они имеют возможность выступать спокойно. Ну вот я надеюсь, что сейчас Уимблдон, который в прошлом году отменил участие спортсменов из России и Беларуси, сейчас они будут там участвовать, он будет иметь смысл. И надеюсь, что Парижская Олимпиада будет иметь смысл, потому что, видимо, теннис может стать там чуть ли не единственным видом спорта, который будет представлен. Что касается Месси, мне очень понравился мем. Всю жизнь мечтал играть с Сергеем Кривцовым в одной команде. Подпись Лионель Месси. Вот. Я думаю, что Сережа Кривцов будет носить теперь майки с автографами килограммами. Поскольку он тоже игрок Интер Майами, кстати, играет там все время в основном в составе. Ну, надо сказать, что в МЛС, конечно, лига, которая пользуется всеми рецептами, которые созданы до нее, в NBA, в NHL, в NFL и в MLB, она становится все более популярной, особенно с учетом большого количества латиноамериканцев. В Южных Штатах это касается и Майами, и Хьюстона, и того же Лос-Анджелеса, и Сан-Франциско, разумеется. Там есть канадские команды. Ну, в общем, лига стала нормальной. Она стала нормальной соревновательной лигой, в отличие от вот, Саудовской Аравии, да, которая остается вотчиной просто шейхов, которые хотят попонтоваться. И вот этот их понт... Он прям как у нас «Зенит», Леш, прям как у нас «Зенит», да. Нет, нет, у нас «Зенит» нет. Таким был. Саша помнит нашу встречу с Алексеем Миллером, на которой на протяжении двух часов выяснялось, сколько же заплатили за Халка и Витцеля. Вот тогда был «Зенит». Сейчас уже Малком и Клаудини, это уже не тот коленкор совсем. А там шейх заказывает себе девочку по имени Кристина и по фамилии Роналду. И он готов за это заплатить. И послушная девочка едет, забивает там по 5 мячей в каждом матче. Это не так сложно. У меня был опыт комментирования всех этих азиатских команд в Азиатской Лиге Чемпионов. Я думал, забивание голов в Азиатской Лиге Чемпионов, Леш. Ну, человек выбрал деньги. Месси выбрал... Я согласен с тем, что Месси выбрал некий шанс. Он на чемпионате мира или не будет, мы не знаем. Сейчас вообще такая как бы турбулентная история, потому что, вот, например, отбор в Южной Америке, он же начинается в сентябре уже. А у сборной Бразилии нет тренера до сих пор. И он не появится к сентябрю. Потому что вроде как Анчелотти согласен, но прийти согласен только зимой. А до зимы, что будет Бразилия, вот с этим ноунеймом, тренером из молодежной сборной, играть. Понятно, что с учетом расширенного формата чемпионата мира, бразильцы, естественно, пройдут на него. Это ясно, что они отбор они пройдут. Но какими они будут? Месси за счет того, что он будет уже находиться в США и будет играть за американскую команду, будет чуть более, может быть, адаптирован. Он может стать послом этого чемпионата мира. Кстати, это будет очень умно, если его сделают послом. Потому что кого делают? Ну, не Криштиану Роналду, да, и не Сергея Кривцова. Причем уважение.
Что касается Манчестер Сити, да, Бавария помогла. Бавария сошла с ума. Это совершенно очевидно. Все, что уже произошло, и увольнение вот этих двух деятелей, которым не понравилось то, что их предыдущий тренер спал с журналисткой из Бильда, и благодаря этому Бильд получал какие-то эксклюзивы из Баварии. Но, извините, этот предыдущий тренер выиграл 8 матчей из 8 в Лиге Чемпионов. Он выиграл абсолютно все. Он не заметил Барселону, он не заметил Интер, он не заметил Пари Сен-Жермен. Вы назначили лопоухого человека, который пришел тут же со своими какими-то залечками, который начал дергать состав. Один ему не нравится, у Мюллера авторитет слишком большой. Леш, его надо как-то понизить. Разговор. Сейчас, Леш, ну, подожди, что, Александр Иванович, да. В общем, Бавария каким-то немыслимым чудом, и это только вина Дортмундской Боруссии, чтобы Бавария не проиграла чемпионат. Она должна была его проиграть. Она должна была остаться вообще без трофея. У нас же не Бундеслига в прямом эфире. Ну подожди. Нет, я просто свою позицию изъясняю. Пеп Гвардиола создал выдающуюся команду. Да, это, я думаю, что верхняя точка. И мне кажется, что ему надо искать себе новое место работы в ближайшее время. Потому что выше подняться уже Манчестер Сити не сможет. Превзойти это достижение невозможно. Его можно только повторить. Но Куча есть реплик. 17 реплик у меня есть. Давайте. Пожалуйста, Александр Иванович. Ну, во-первых, Ростропович больше не может повторить свой концерт для виолончели с оркестром. Потому что он уже самый лучший сыграл. Но нет, может, Леша, еще 28 раз. Если Гвардиола следующие 28 лиг чемпионов выиграет, я скажу, это правильно и справедливо. Это раз. Ну, как бы, я назад раскручиваю маховик твоей речи. Речь, кстати, Алексея была блестящей. Если бы он выступал в суде в 1910 году, то он был бы на уровне Плеваку. Не, реально, Алексей сказал все, что как есть, просто сказал то же самое, что и я, но более красивыми словами. Что за ним водится? Все правильно. Все правильно. Бавария вообще ни при чем. Ее проблемы негра шерифа не интересуют. Извините за нетолерант. Да, значит, еще раз. Проблемы Баварии в этом сезоне абсолютно не интересуют Гвардиолу. Иди гуляй, если у тебя там лопоухи приходят. Это ваша проблема. Вы уже много выиграли и достаточно заслуженно выиграли, чтобы когда-нибудь проиграть из-за своей глупости. А я не спорю с этим. Да-да-да, Леша, тут не о чем спорить. Да-да. Теперь дальше. Пойдем раскручивать дальше. Есть как бы реплики, ну, подавляющее большинство моих жестов были одобряющими, когда я слушал речь. Я не могу не жестикулировать, как говорит Андрон. У меня кепки нет на мне сегодня специально, потому что куда ее бросить, мне все равно не долетит. Поэтому я согласен с Лешей вообще во всем, кроме последнего тезиса. Ну, последний тезис был такой, уже как бы на издыхании. Но в принципе, история современная заключается в том, на что мы обращаем внимание? На чем акцент? Вот это очень важно. Мне кажется, журналистика умерла. Она, в принципе, умерла с появлением соцсетей. Потому что еще в 2014 году задачей главного редактора издания было доставить наиболее свежую информацию. А сейчас свежесть информации зависит от того, кто кликнет быстрее. И более того, люди не оценивают информацию по свежести. Оценит ее по аналитическому, да, потому что можно из нее получить, как бы из нее составить какой пазл, и так далее, и так далее. Информация у всех свежая. BBC снимает ролик, он тут же в New York Times, он тут же в Guardian, он тут же на RTVI, он тут же где угодно, да? Ну да. Где угодно. Поэтому нет задачи добыть свежую информацию. Есть задача скомпоновать информацию. И вот в этом смысле спич Лёши, мне кажется, как бы подверженным его сегодняшнему состоянию. Пока он ушел, я могу в третьем лице. Да, как тут вернется, я буду... Он нас слышит, он там кофе себе варит. Это уже понятно. Пока он вино наливает, мне кажется, что акценты... Александр совершенно да. прав. Розовое да. вино за ваше здоровье, друзья. Да, за ваше здоровье. Так вот, вот смотрите, да? Это как история с абсолютно прав. Мне тут один студент в эфире
таком же, как ваш, который вел мой студент. Сказал: вы абсолютно правы. Завтра сыграют Петя и Вася. И я после этого ему сказал: ты вот отстранен на неделю от работы. Потому что сказать абсолютно правы можно человек, который высказал мнение, а не констатировал известный всем факт. Правда? Что значит абсолютно прав, что 2 плюс 2 – 4? Ну, всем и так понятно. Для этого не нужен эксперт и так далее, и так далее. Вот, Леш, твои акценты мне интересны сейчас. Мне интересно, о чем ты думаешь вот в этот момент. О какой части футбола тебе думать интересно и о какой тебе думать обрыдло, условно говоря, и так далее. И мне интересно думать о моих любимых командах. И о командах, которые я, вот как ты сказал, уважаю, да? Бавария не является моей любимой командой. Я ее бесспорно уважаю. И мне очень интересно, какой она будет. Сборная Германии, моя любимая команда, которая, к сожалению, сейчас превратилась во вселенское позорище. Этого старого человека надо не просто уволить, а запретить ему пожизненно более работать в футболе. Пускай он едет в Испанию, отдыхает, там, пьет вино или что-нибудь еще, но превратить сборную Германии в посмешище, это не удавалось никому еще в истории. Алеша, послушай. Саш, да, я договорю. Я когда говорю о том, что Гвардиоле надо искать новое место работы, и что выше Сити уже не поднимется, и он может только повторить свои достижения, да, он может сделать еще один трэбл, кто знает. Может быть, и сделает. Но мне кажется, для Хосепа Гвардиолы есть очень конкретный вызов сейчас. Даже если еще не сделано ему это предложение, но он должен иметь в виду, что оно, скорее всего, будет. Потому что если не Гвардиола, то кто же сможет... Бавария? Великим? Нет. Бавария? Он в Баварии был уже. Кто же сможет... Нет, он имеет в виду сборную Германии, Александр Иванович. Сборную Германии. Пари Сен-Жермен. Кто может сделать великим Пари Сен-Жермен, если не он? Потому что пробовали всяких разных тренеров. Меня очень вот сейчас меня раздражает история. Меня просто вот страшно бесит то, что происходит сейчас в Челси. Это торжество вообще полное, как Геннадий Сергеевич Орлов говорил. Полная деквалификация. Ну да. Вы берете тренером, слабого тренера Маурисио Покетино, который боится сам себя, который боится собственной тени. У вас состав там, команда накупила за последние полгода на 500 миллионов игроков. Вы берете труса, который ничего в своей жизни не выиграл. Ну хорошо, Леш, подожди. Хорош. Это у тебя вот эта любимая тема, это все время всех костерить. Давай порассуждаем немножко. Я согласен, интересный заход про Гвардиолу и Пари Сен-Жермен. Но, например, Нагельсман, Пари Сен-Жермен, мне тоже кажется интересным вариантом. Оставьте его, пожалуйста, для сборной Германии. Вот. А вот я думаю, что ребята не оставят. Это Леша специально Гвардиолу сватает в Пари Сен-Жермен, чтобы Нагельсмана оставить. Я понял, в чем эта комбинация. Прекрасно. Значит, смотри, Леша. Это действительно очень интересно. Интересно обсуждать крупные кирпичи в строительстве футбольной истории. Это действительно интересно, потому что они ведь зависят и от менеджеров. И парижские менеджеры одни из худших в истории. Потому что при тех деньгах, которые у них есть, и при том пиаре, который можно раскрутить на городе Париже, отвечаю, жизнью своей отвечаю, они должны были добиться гораздо большего. Это понятно. Они слабые менеджеры, они не наняли. В Челси это вообще позор. Потому что это доказало, насколько Абрамович, при том, что я его терпеть не могу, но Абрамович был грамотным менеджером, который выстроил систему управления. Он нанимал тех. Стивен Джобс сказал, на мой взгляд, главную фразу в истории бизнеса. И не только бизнеса, но и управления. Я вам ее повторю, если вам интересно. Он сказал: мы не нанимаем умных людей, чтобы говорить им, что они должны делать. Мы нанимаем умных людей, чтобы они говорили нам, что должны делать мы. Точка.
Если ты нанимаешь тренера и говоришь ему, что ты должен делать, что он должен делать, ты дебил. Если ты не нанимаешь Питера Киньона и диктуешь Питеру Киньону, что он должен делать в своей епархии, ты дебил. Если ты нанимаешь пресс-атташе и рассказываешь ему, как нужно разговаривать с журналистами, ты дебил. Ты просто дебил клинический. Дебил, тебя нужно сажать в клетку. Ты, если ты нанимаешь пресс-атташе для того, чтобы он раскрутил тебя, Питера Киньона, чтобы он раскрутил твой бизнес, а тренера, чтобы он сделал команду играющую, вот тогда ты умница. Я хочу, Саша, добавить твоим словам одну маленькую деталь. Вспомните, пожалуйста, при каких тренерах Челси выходил в финал Лиги Чемпионов? При Никакусе, при Гранте, при Ди Матео, понятно, Леш, да, понятно. А Роберто Ди Матео, который после уже не работает тренером, он вообще выиграл в Челси Лигу Чемпионов. Ну да, Леш, но дело не в этом. Дело в том, что в тот момент там был гениальный менеджер, и там выигрывал не тренер, а менеджер. И выигрывали отношения внутри клуба, а сейчас они разрушены. И то, что там происходит, это действительно один из главных позоров человечества. По сути, да, и вот ты про кирпичи абсолютно прав, потому что без кирпича имени Гвардиолы и его работы в Баварии Германия не выиграла бы чемпионат мира в 2014 году. Пожалуй. И она не обыграла бы Бразилию со счетом 7-1, потому что Гвардиола научил Баварию играть немножко в другой футбол. Отойдя от традиций... Три четверти Баварии. Там была еще и, конечно, Боруссия, там чемпионами мира стали Кевин Гроскройс и Эрик Дурм, которые не пьяным с неба, им не приснилось это. Но Гвардиола свой кирпич положил в этот фундамент. И на этом кирпиче, будучи умным человеком, Йоахим Лев и проехал чемпионат мира 2014 года. Сейчас вот для меня просто любимой командой за последние годы стала сборная Хорватии. Мне очень жаль, что они не выиграли Лигу наций, что они проиграли в серию пенальти. Но то, как сборная Хорватии себя ведет, слава богу, что она опередила Россию в отборочной группе. Слава богу, что Карпин струсил и вышел без нападающих играть против нее. Потому что эта сборная украшает любой турнир с собой. И вот этот профиль Модрича, которому 37 лет, который уже еле дышит, но способен... Мне очень понравилась аналогия... Алексей Дурново его сравнил с бразильцем Диди, который вообще не бегал по полю, а просто слонялся по нему. Но везде, где он встречался с мячом, тут же возникал момент некоторой гениальности. Диди лучший игрок чемпионата мира 62-го года. Кстати, при том, что он там ничего толком не забил, а просто люди видели, как... А Модрич лучший игрок чемпионата мира 18-го года. Ну, наверное, да, безусловно, это вообще не обсуждается, потому что он получил даже золотой мяч только за чемпионат мира. Но не в этом дело. Я согласен про хорватскую историю, про то, что у нее есть глубинные корни, великолепные в поколении Просинечки и Бобана. Тут штука такая. На самом деле футбол действительно очень справедливая история в нашей жизни. Возможно, одна из самых справедливых. Футбол раздает всем сестрам по серьгам. Тесно раздают. Невозможно бесконечно обманывать всех. Можно бесконечно обманывать одного человека. Но можно временно обманывать всех. Но нельзя бесконечно обманывать всех. И результаты футбольные это всегда подтверждают. И Хорватия, конечно, абсолютно заслужена. То, что она завоевала, и то, что она продолжает завоевывать, как бы не менялось поколение. Но штука еще вот в чем. Станислав, в эфире курить можно? Тебе можно. Да, вам везде, Леш. Значит, я бы сейчас хотел, потому что мы можем болтать об этом часами, хотел бы, чтобы ребята тоже поучаствовали, потому что они на самом деле очень умные, просто сидят завороженные нашей с тобой харизмой. Кстати, я тоже. Да, не, серьезно, вот я бы хотел, чтобы все поучаствовали в разговоре. Давай, Саш, тогда можно я еще одну последнюю буквально скажу мысль? Это ровно 30 секунд. Меня просто переполняет радость за моего друга, твоего тоже хорошего товарища. Ты помнишь вечеринку в Киеве, когда сборная Украины сыграла с Францией 2-2?
когда от тебя там убегал... От меня, меня послал Франк Рибери, а да, Макелеле был да. ничего. Или кто там был, который нет, в центре там, Макелеле. Макелеле был в порядке, Макелеле с тобой разговаривал, и со мной тоже. А Франк Рибери, увидев тебя, спросил, а почему он мне задает какие-то вопросы, и убежал. Да-да-да, Франк Рибери вот. Был очень... И на той вечеринке был Сережа Ребров. Я очень рад за то, как начинается его карьера во главе тренера украинской сборной. Он пошел на очень тяжелый выбор, который, я боюсь, что ну, даже как бы это обсуждать бессмысленно, да? Человек поехал в страну, которая находится в состоянии войны, в которой, по сути, уже нет футбола как такового. И он пытается вот из этой сборной что-то слепить. И он выигрывал у Германии 3-1. Да, не дотянули, не дотерпели немножко, но сыграли 3-3, это хороший результат. Леш, милый. Он обыграл Леша, проигрывая 0-2 по ходу матча. Леша, ну перестань Википедию зачитывать. Леш, ну хорош. Ну хорош Википедию зачитывать, подожди, все я понятно. Просто, ты, нет, я просто радуюсь за друга. Ну хорошо, не надо так, такими длинными статьями радоваться за друга. Скажи, я хорошо, рад за друга. Все, ну, рад за друга. Хорошо, так, Леша Березин, Стас Ситник, давайте. Да мы тоже рады за друга, конечно, но вопросов нет. Ребров, мне кажется, Ребров все давно доказал, и своей работой в Ференцварошу прежде всего до этого. И в принципе, ну, куда ему нужно было еще идти, если предложили сборную, мне кажется, любой тренер должен очень серьезно воспринять это предложение. И если он патриот, так только туда. Да, он доказал это. Ну, вы понимаете, да, что он возглавил сборную, а Леша, федерации, который должен ему обеспечивать условия. Президент федерации сидит в тюрьме и не скоро оттуда выйдет. Леш, давай так, у меня, тогда я, можно я поработаю журналистом? Давай. Смотри, сейчас ты заставил Стаса Ситника выступать на ту тему, которая интересна тебе. Правда, а мне Стас, интересно, что Стасу и Алексею другого. Интересно, помимо твоих заявленных тобой тем, что им самим интересно без тебя. Ну, хорошо, пожалуйста. Ну дай поговорить людям. Господа, слушайте, но мы вас пригласили, потому что нам интересно услышать, что вам интересно. И поэтому как бы мы сидим вроде как молчим и участвуем, воспринимая ваши слова, либо там, ну... с положительной, либо с отрицательной точки зрения. Вот. Но, к сожалению, мы не можем вас перебить. Это чуть-чуть другой формат, потому что, когда перебиваешь, тогда не слышно, ну, поскольку Кафе один нет. говорит, второго не слышно. Так продолжай, Стас, продолжай. Что интересно тебе? Давай, Александр Иванович правильно совершенно сказал. Молчу. Слушайте, ну мне интересно сейчас наблюдать за трансферным рынком. Ну, так как я там болельщик Милана, мне интересно было наблюдать за тем, как в очередной раз не хватило денег на стоящего игрока, или там в очередной раз кого-то пришлось продать, потому что это необходимость. Ну, мне это интересно. Я не знаю, просто интересно ли это... людям, которые нас смотрят, вот другой вопрос. Я думаю, что людям было бы интересно как раз-таки услышать мнение наших звездных участников. Скажите, Александр Иванович, вы как оцениваете дальнейшие перспективы, как болельщик Интера, вот дальнейшие перспективы этой команды, которая, в принципе, опять-таки перестраивается? Вы знаете, перспективы Интера, как и любимого вами Милана, равно и Ювентуса, не к ночи будет сказано, зависит от перспектив серии А. Очень тактично Александр отправил за борт мою любимую команду. Да-да-да. Ну, Леш, ну с каких пор она стала твоей любимой? У тебя же абонемент. С детства. С детства за Ювентус, ну понятно. Нет, вот. Причем с Ювентус. За кого ты? Мы с Михаилом Мельниковым за Лацио. Нет такой команды. За Лацио. Так еще раз, все вот эти команды, включая... Рому, который не существует, по мнению Михаила Мельникова, и так далее, все они очень сильно зависят от состояния, от как бы температуры по больнице, от того, что происходит в серии А. И сейчас, к сожалению, а может и к счастью, история с Ювентусом очень деклассировала серию А. Даже если, то есть, кому-то кажется, что вот когда мне
я же каждый день следил в прямом эфире, можно сказать, за Ювентусом, потому что я освещал четвертьфинал и полуфинал Лиги Чемпионов. И все время был там в Италии. Вот все эти Наполи-Айнтрахт, Наполи-Милан, Милан-Наполи, Интер-Милан, все и так далее. Вот все эти матчи я провел там. Ну и ездил между городами с февраля, по сути, по май. И в какой-то момент я увидел, как ликование тем, что Ювентус, наконец, извините, прищучили и нагнули, это совсем неприличное слово, но тем не менее, оно сменилось разочарованием от того, что это деклассирует серию А. Примерно то же самое позавчера произошло в одной известной стране, занимающей одну какую-то часть суши. Когда ситуация, с одной стороны, кому-то кажется позитивной и обнадеживающей, потому что нефиг, а с другой стороны, она деклассирует очень многие процессы. И в этом смысле я очень боюсь за Серию А. Я вообще делаю сейчас ставку на владельцев Интера, если они выдержат сейчас, именно на владельцев Интера. Потому что у Милана большие проблемы с владельцами. Потому что увольнение Мальдини это было просто катастрофично. Чем то, что Леша сейчас рассказывал про Баварию, вот как это было обставлено, это позор. Это просто позор. Это можно было совсем по-другому сделать. Да? Расстаться с великим человеком, с эпохой, с легендой, с династией, так было нельзя. Поэтому на миланское руководство нет никаких надежд. Ну, про Ювентус все понятно. В Риме просто как бы тяжело с руководством. И есть только один флагман сейчас, реально флагман. Вот если этот парень выдержит, этот парень классный, если он выдержит, то тогда итальянская серия может обратно начать подниматься. Именно поэтому я бы хотел, чтобы Интер хотя бы сравнял счет в матче с Манчестер-Сити, чтобы всем еще раз... Саша, а можно тогда я тебе задам вопрос? Позадай. Потому что лучше тебя никто на этот вопрос не ответит. А как понимать расхождение Лучано Спалетти с чемпионской командой? И самое главное, все, скажу, вот назначение туда Руди Гарсии... Что это такое? Все понятно, Леш, все понятно. Значит, к сожалению, при всей моей искренней, абсолютной любви, влюбленности в Наполи, я город Неаполь раньше воспринял как помойку какую-то. Я туда приехал впервые с влюбленными глазами на матч Наполи-Спартак. Я до этого там был раза 4, никогда он мне не нравился. Тут я приехал, мне повезло немножко с погодой, с матчем, с тем, что там я людей правильных встретил. И это было еще до войны, как ты знаешь. И после этого я поехал в Неаполь 4 раза за сезон, вот за это. И, конечно, там все преобразилось. Там все преобразилось. Но, к сожалению, Наполи – это текстильщик Камыша. Он не определяет поляны футбольной Италии. Никогда не определял и никогда не будет определять. Он может выстрелить. Ну, хорошо, если я обидел неаполитанцев, которых я очень люблю, во главе с Марадоной, а далее с Хвичей. И кем угодно. Да, но все равно, ребята, и все равно это текстильщик. Ну, хорошо, ладно, Ротор Волгоград. Ну, не более того. Уже лучше. Никогда да. не будет определять никакой итальянской поляны. Итальянская поляна является в двух городах. И сейчас... Турин и Милан. И сейчас, к сожалению, есть только один менеджер, который способен спасти итальянский футбол от краха. Если у него пойдут дела хорошо, за ним потянутся другие. И этот менеджер, известный нам прекрасно, владелец клуба Интер. Вот. И, конечно, если они договорятся по стадиону, это будет большой шаг вперед. Тогда и инвесторы потянутся. Инвесторы, кстати, вот так на всякий случай, да, Леш, вот чем мы с тобой занимаемся? У нас нет с тобой ничего. Ни денег, ни совести, ни ума. Только талант и умение болтать. И мы его инвестируем во что-то. Вот. И вот эта инвестиция может нам чем-то аукнуться. У нас могут быть студенты, слушатели и так далее. Мы больше ничего не умеем. Ничего не умеем. Мы не менеджеры, мы не бизнесмены. Мы ничего не можем. Но это у нас есть. Вот на самом деле так мало и так много одновременно. Вот в Италии сейчас остался только Интер, который может потом дать пример. И, конечно, и Милан воспрянет, разумеется. И Ювентус переживет какую-то историю и вернется.
И тогда уже за ним могут потянуться Рома, Лацио, какие-то еще андердоги, типа Фиорентина или Аталанта, и да. Наполь тоже может раз в 30 лет. Но главное в Италии, это что происходит в Милане, по большому счету, и в Турине, да, вот на поле Ювентуса. Ну, увы, Торино – это маргинал. Это прекрасный, чудесный дядьки. Я столько общался с болельщиками Торино в этом году. Это чудесные дядьки, которые живут 40-ми годами. Ну, что с них взять? Ну, вот они так живут. Они никогда ничего не выиграют. Потому что Суперга кончилась. На Суперге кончилась их история, к сожалению. А когда появятся новые, кто хочет туда инвестировать, я не знаю. Так вот, но итальянский футбол, если его не будет, во-первых, не будет подпитки тренерской мысли, потому что она всегда оттуда приходит. И даже Гвардиола. Вам напомнить про Гвардиолу? Пару он играл за Фиорентину. Вот. Ну так нет. А Луис Энрике там? Ну кто угодно. Так или иначе, поехать в Италию, это как поехать в посмотреть Колизей, Лукку, Равенну и так далее. Это нельзя не посмотреть раз в своей жизни, чтобы понять, как культура развивалась. Античные статуи, мозаику романского периода. Ты должен понять. Так же с футболом. Если не учиться, как ты сегодня вспомнил Ди Маттео, самого последнего из всех последних итальянских тренеров, ну или людей, которые приехали, там какой-нибудь Золо или кто-то еще, которые приехали, Конте, который приехал менять там какой-то профиль английской лиги и поменял, кстати, несмотря на всю свою вздорность. Это происходит везде. Если Италии футбол затихнет, это как костер. Вот мы втроем собрались, вот у тебя спички сырые, у меня еще там что-то, да, у меня там были дрова, а потом бензин кончился, а у третьей это Италия. Вот если у них костер погаснет, то футбола не будет. Вот, и Саш, этом... можно я сейчас немножко тебя давай прерву? Буквально. Прости, я много болтаю. На минуту. Вот я хочу вернуться к твоим словам про кирпичи. Сегодня и в нашем новом телеграм-издании, которое мы делаем, отмечается 15 лет знаменитого матча с Голландией, когда Колодин, пушка страшная и тому подобное. А ты знаешь, и где вот... я был в этом? Нет, не знаю. Я был в Вене. Ну, а я был вместе с Черданцевым, сидел на этой самой, на комментаторской позиции, а за 7 минут ушел, чтобы презентером отработать победу сборной России. Я стоял с таким кислым лицом, что меня чуть не уволили. А Кондратья Черданцева не хватил там? А я ушел за 5 минут. Во время матча? Нет, а он был нормальный, он на литре был, он прекрасный. Ну, смотри, я к чему хочу сказать. Мы, безусловно, благодарны Гусю Хиддинку, потому что Гус Хиддинк, на мой взгляд, действительно это так. Он прорубил российскому футболу окно в цивилизованный мир. И долго с Хиддинка сборная сидела на базе в Бару, когда наши с тобой некоторые коллеги возили проституток по ночам для футболистов. И вообще была такой как бы закостенелой субстанцией, да, у нее там она проигрывала с Газаевым, проигрывала Албании и Грузии, с Ярцевым проигрывала 1-7 Португалии, когда он бежал с тренерской скамейки, и в общем все это было, ну, несерьезно и не солидно. Хиддинк, когда пришел, да, ему дали все полномочия, потому что ему платил деньги Абрамович. Он поселил сборную в центре Москвы, они стали как бы сами себя воспринимать немножечко по-другому. Запретный плод сладок, как ты знаешь, и если тебя запирают где-то в Подмосковье, то у тебя велик соблазн нарушить этот режим. А не когда ты сидишь в отеле, у тебя все к твоим услугам, бары, рестораны и так далее. Ты наоборот себя ведешь. Хиддинк дал чувство собственного достоинства, но... Сегодня все славят его, но я хочу сказать, что все это было невозможно без двух кирпичей, которые подготовили в 2005 году Газаев и в том же 2008 году Адвокат. Люди, которые выиграли с российскими клубами Еврокубки. Сейчас мы даже себе представить этого не можем. Понятно, что это фантастическая история. Мы не знаем, когда вообще мы будем в Еврокубках, а когда мы туда попадем, я боюсь, что мы Шериф не сможем обыграть. Вот мы, это... Леш, ты напрасно говоришь «мы», Леш. Там будет одна команда в первом сезоне. Может быть, одна, может быть, и нет. Там замораживают. Нет, по правилам одна, Леш. 55-го места заявляешь одну команду в квалификацию Кубка Конференции. Нет, там же заморозили рейтинг, и нам начисляют каждый год вот эти 4-333, которые были
заработаны последние. Ну, хорошо, значит, будет 31-й. Ты вот хотел сегодня только о футболе, а я немножко хочу тоже повернуть эту историю вот в плане кирпича, да. Есть такой игрок в хоккей, Брэндон Лайпциг. Как вы знаете, наверное, или не знаете, тогда я расскажу, изгнанный из Америки, он играл в Вашингтон Кэпиталс вместе с Овечкиным. Он позволил себе там слишком много хамства в командном чате, подтрунивал над женами игроков, что одна толстая, другая еще какая-то некрасивая. Ну, в общем, все это вскрылось. И Америка, как оплот толерантности, естественно, поступила так, как она поступила, да. Брэндон Лайпциг счастливо приехал в Россию. Сначала играл за ЦСКА. Моей мечтой было, чтобы поскорее приблизился тот день, когда он уйдет нахер из ЦСКА. А он это сделал. Сегодня его подписал СКА Санкт-Петербург. Портрет гиены огненной, на мой взгляд, завершен. То есть тренер Ротенберг, Лайпциг в качестве игрока. Все великолепно. Все великолепно. Леша, не дают покоя лавры Гарика Харламова. Пазл сложился. Вот они, эти кирпичи, понимаешь, Саш? Кирпичи должны быть чем-то светлым и теплым. Вот я хочу вернуться к интервью, которое дали Даша Касаткина и Андрей Рублев, да? Витя Кравченко. Это был кирпич, я не говорю сейчас, там сейчас очень модное выражение «хороший русский». Нет никаких хороших русских. Да, русские да. Есть просто русские, да? Но это был правильный кирпич, они несли правильный месседж. Смотри, Леш, на самом деле это абсолютно фрейдистская программа, где вот что людей заботит, то они и артикулируют. Уж коль скоро зашла такая пьянка, я бы хотел поговорить о теннисе. Давайте. Давай. Почему нет? Давайте. Вот. Алексей Березин, а вам есть что спросить? Я просто хочу, чтобы вы поучаствовали в программе. Ну да, я хотел бы к футболу вернуться, но если про теннис... Давайте к футболу вернуться. Я сам перескочу на теннис. Это будет легко, как Ростропович перескакивает с Сен-Санса на Шостаковича. Прежде чем так, Леша скажет... Да, Леша. Тотал Ростроповича и больше полутора уже пробит. А Шостакович еще нет, а уже пробит тоже. Александр Иванович, прежде чем Леша поучаствует, да, я тоже за то, чтобы он участвовал. Вообще смысл нашего проекта в том, чтобы ребята участвовали как можно больше. Но мы тут как действительно как завороженные, да, на самом деле. Нам интересно тоже, интересно слушать. Что волнует конкретных людей, с которыми я оказался за одним столом. Да, согласен. Так вот, Леша просто у нас, ну, если Стас обучался в школе Шмурнова-Робинера, то Леша у нас от журналистики далек от слова совсем. Вот, поэтому... Нет, просто поясняю. Но за что я его ценю и уважаю, это откуда-то взявшееся у него умение написать. И написать очень неплохо. Вот за что я его очень ценю. Леша... Спасибо. Тебе слово. Да, я бы хотел вернуться к итальянскому футболу. Вот мы сегодня много достаточно о нем говорим, но меня интересует следующий момент. Три Еврокубка, да, три итальянских команды в финале. С одной стороны, это большой успех итальянского футбола. С другой стороны, все три команды как одна проигрывают. И сюжеты там порой местами схожи оказались. По крайней мере, Лиги Европы и Лиги Конференций. Хотел бы узнать, о чем это говорит. Действительно, мы говорим про Ювентус, который серьезный след оставляет на вообще развитие Серии А. Но вот три команды, три финала, три поражения. Что думаете по этому поводу и вот какие ваши мысли? Ну, самое главное, спасибо, кстати, за этот вопрос. Мне это тоже волнует. Самое главное, что для меня три финала значительно ценнее, чем три поражения. Пройденный путь каждой из команд, что Ромой, что Фиорентиной, что Интером,
несмотря на то, что Интеру очень сильно повезло с жеребьевкой, да, он вообще не встретился ни с одним из грандов, он играл с Порту, с Бенфикой, с Миланом, но это вообще не, как бы не путь финалиста вроде бы. Тем не менее, это путь. И путь очень большой для строительства, в том числе и пиар-строительства, важнейший. Путь Фиорентины, путь Ромы тяжелейший параллельно с тем, что происходит внутри чемпионата. Фиорентина играла в финале Кубка, и это было тяжело. И играть одновременно, пытаясь завоевать трофей долгожданный, играть там и сям. И Рома, который действительно очень сложно было. И тем не менее, весь этот путь прошли. Я вообще считаю, когда вот я зацеплю теннис, просто чтобы удобнее было мне перескочить, если что. Когда я смотрю, условно, Википедию, ну, или, не знаю, сайт, официальный сайт Ролан-Гаррос, там, или US Open, Уимблдона, и смотрю чемпионов, то почти никогда и нигде вы в теннисе не увидите список чемпионов. Вы увидите что? Список? Рейтинг. Нет, вы увидите список финалов. Финалистов и финалов. Да, кстати, да. Список финалов. Если ты вышел в финал, ты уже чемпион. И очень многие теннисисты это понимают, потому что эти футболисты любят выйти после матча и медальку с тебя снять. Вот ей, там, им навешивают серебряную медальку, а футболист такой... Вот это я не понимаю вообще. Я тоже категорически не понимаю. Это на самом деле глупые футболисты. Любой, кто поднимается на этот подиум Лиги чемпионов, чемпионата мира, Кильян Мбаппе, проигравший, будучи гением финала чемпионата мира 2022, проиграл его, вышел, и вряд ли он снял медальку и так и помахал, типа я собачке отдам. Никогда ты участвовал в финальном матче. Ты победитель. Ты часть финального матча, главного спектакля. Часть истории. Мы живем спектакля. Мы живем для того, чтобы показать свой максимум. Как гладиаторы. Если в этом бою мы погибли, мы все равно остались его частью. Я всегда считаю, что финалист – это не позорно проигравший. Эхе-хе, вы 7 раз были в финале. Ювентус, возьмите, любимый. Сколько финалов Лиги чемпионов? 9. Сколько побед? 2. Блин, елки-палки. Я вот эти 9 ценю гораздо больше любых 5, которые 5 из 5 выиграл. Потому Абсолютно. Что ты вышел в финал. Матч может сложиться как угодно. Особенно в Еврокубках футбольных, где все время вы играете по 2 матча или там группу, а тут играете один, где может нога подвернуться. Де Брёйна ушел, и Сити мог проиграть. Потому что у Де Брёйна потянулась мышца. Ну, не проиграл, но это могло случиться в одном матче. То же самое с финалом чемпионата мира. Возьмите последний. Возьмите Бремя с Марадоной. Ну, Марадона и команда были самой плохой командой финалистом чемпионата мира в истории. Тем не менее, они могли его выиграть. 5 минут еще они били бы пенальти и могли обыграть Германию теоретически. То есть ты в финале, ты уже заслужил это. Даже ты очень слаб в финале. Но выйдя в финал, ты уже это заслужил. И поэтому для меня наличие команды или игрока в финале, а в теннисе всегда финалист. Вот я еще раз говорю, посмотрите любой теннисный ресурс, там не будет списка чемпионов. Только список финалов. И тот, кто проиграл в финале, почти так же славен. И неспроста ему дают блюдо. И он говорит большие слова, и друг другу они говорят, я вот сейчас был на финале Ролан-Гаррос, да, условно говоря, и то, что там Каспер Рут проиграл Джоковичу, при том, что он на равных с ним играл, просто у того опыта больше, он его переиграл во всех 3 сетах, а мог и проиграть 2, а потом затянулось бы, всякое могло. Ну вот он еще неопытен как чемпион, но он участник финалов, 2 подряд, он в них играл с Надалем, потом с Джоковичем, он вообще все финалы пока проиграл Рут, и так далее, но он уже эпохальный игрок. И вот я всегда против того, чтобы финалистов чемпионата мира или великого соревнования разделять на удачника и неудачника. Саш, зато тут Бублик выиграл, по-моему, первый свой. Я смотрел весь матч. Не по-моему, я весь матч смотрел, причем не один. Я смотрел четвертьфинала, он очень классно играл. При том, что он ни слова матерного не сказал за 3 матча. Это уже достижение. Нет, пока он играть, ни хера. Извините меня за мой французский, пока он ни хера не играл, он матерился. А сейчас он заиграл и перестал материться. Потому что мат в теннисе – это последнее, на что нужно делать внимание. Передай привет Николаю Ельцину. Да, ну никто не делает большого внимания. Леш, вы весь Ролан Гаррос посвятили мату Остапенко. Это было очень позорно. Саш, никто не посвящал. И Коля Еременко, наоборот, написал текст о том, что не надо к ней прикапываться. Ну, ругается она. Ну, все ругаются. Я то же самое говорю, правильно.
Ну и то же самое Кафельников сказал, когда мы с ним разговаривали вот о последнем, последнем финале. Гаэль Монфис может ругаться на каком-то наречии, которого мы не поймем. А Остапенко ругается на том языке, который она привыкла с детства. Леша, на этом не нужно делать акцента. В теннисе это далеко не самое важное. Но скажи мне, а как быть с тезисом... Как сказать-то сейчас лучше? Ну, тобой-то особо не любимого, а мной любимого тренера до того, как он променял карьеру тренера на карьеру депутата. Как быть с тезисом Газаева, что второй – это всего лишь лучший из проигравших? Ну, Газаев просто дурак, и все. Разговор окончен. Емко. Я так считаю, реально считаю. Главное – конкретно. Ну, просто у него с головой не все в порядке. Это глупость. Второй – это величайший спортсмен, обыгравший всех, кроме одного, в случайной ситуации. Вот и все. И команда вторая. Я не могу с собой согласиться, потому что никогда не рассматривал второе место как призовое, тем более третье. А я всегда рассматриваю второе место как выдающееся призовое место. Нет, и вообще, я за то, зрения, чтобы... с точки зрения достижений, да, бесспорно, наверное... И хорваты были счастливы, да, когда они играли в финале чемпионата мира. Абсолютно. Потому что они дошли до этого финала. Но все равно, если ты спортсмен, ты же хочешь победить. И Каспер Рут хочет победить просто Джоковича. Просто не знает, как. Да. Но если ты не победил, это не дезавуирует весь твой путь. Ни в коем случае. Еще раз. А вот этот, идиотский во всем дурацкий тезис, на мой взгляд, дезавуирует путь финалиста. А финалист всегда – это величайший спортсмен, величайшая команда, которая не дошла до финала одного матча, проигранного по пенальти. Мы этот матч сыграли в ничью, на самом деле. Я тут с тобой согласен, абсолютно. Мы с чемпионом мира сыграли в ничью и даже были лучше. А вот в один мяч залетел, этот поскользнулся, и после этого это всего лишь лучший из проигравших. Это позорная психология, Леша. Нужно быть... Там третьим местам уже, пятым местам. Главное не победа, не участие. Я уже тоже отдаю мало дани. Я говорю, ну что значит не победа, а участие? Нет, важна победа. Но когда есть формула соревнований справедливая, умная, и в ней есть финал, а не турнирная таблица, где, Леш, может быть, Газаев, могу принести свои извинения, что он имел в виду, что гладкий чемпионат, одна команда набрала 83, другая 57, следующая 56 и 55. Конечно, которая набрала 57 очков, отстав на 23 от чемпиона, она всего лишь лучшая из проигравших. Но финал – это не проигравший. Всегда в финале участвуют два победителя турнира. Это мое мнение. И глупо говорить о том, что ты... не чемпион, если ты проиграл финал. Финал, вот например, в чемпионате мира нужно 7 матчей провести, чтобы выйти в финал, да, и сыграть в финале. И вместе с финалом. Пока 7. 7, да, пока, может быть, будет 8. Пока. В теннисном турнире то же самое. 7 матчей, это такое, может быть, даже сакральное число. 7 матчей, и ты все 7 прошел. И только в одном ты оказался чуть-чуть слабее другого. Но если кто-то скажет, что этого недостаточно, ну тогда Достоевский проигравший, только лучший из проигравших, а Толстой вот победитель. Ну что, ребята? Саш, ну тут, к сожалению, нельзя отобрать у людей их собственную матчасть. Газаев выиграл финал Еврокубка на стадионе соперника, на домашнем его стадионе, проигрывая. Именно поэтому он и дурак. Человек, который выиграл, должен быть настолько великодушным, Леша. А эту фразу он говорил до. Дай договорить. Выиграл «Зенит». Тоже выиграл, ну, не на стадионе соперника, конечно, потому что финал был в Манчестере, играла шотландская команда, и немножко все не то. Но выиграл «Шахтер» затем. А вот Днепр, да, который дошел до финала, он так и остался, к сожалению, лучшим из проигравших. И все игроки того Днепра, я просто знаю, да, потому что я, во-первых, был на этом матче в Варшаве,
Давай не Википедию, а мысли. Кто вот и знаешь, и кто там играл, мы потом почитаем в Википедии. Давай мысли. Смотри, давай я тебе скажу. Самая большая боль в карьере, что у них был... И Леш, они не смогли воспользоваться. Дай скажу. Допустим, готов согласиться со следующим тезисом. Единожды во всей своей истории, добравшийся на хромых до финала, его проигравший, да еще и 0-6. Ну да, вот есть в теннисе, например, всех список, если всех финалистов, всех турниров Большого Шлема взять и распределить их по рейтингу. Ну вот смотри, все, кто когда бы то ни было играли в теннисе в финале турнира Большого Шлема. И всех их распределить от первого, да, это Новак Джокович, который больше всех финалов выиграл, да и играл много финалов, и до самого последнего. Знаешь, кто окажется самым последним? Я знаю точную фамилию. Александр Митривели? Нет, конечно. Еще раз, внимание, господа. Человек однажды вышел в финал случайно, потому что помогло с сеткой. И проиграл этот финал со счетом 0-6-0-6. Вот этот последний из всех, кого я вот туда вышел. Это какой финал? Это небольшой шлем, потому что там как же небольшой шлем. Там в трех сетах играют. Как в трех сетах, если это Наталья Зверева. Я не думал, что ты про трех сетах начнешь говорить. Вот, еще раз, смотрите. Если ты, как вот Леша говорит про Днепр. Днепр – это Наталья Зверева, согласен. Единожды куда-то в какой-то мелкий финал случайно забрался и там проиграл, ну окей. Ты хорошо, ты лузер, и то такой лузер, которого я уважаю. Потому что иные ни разу не забрались туда. Но говорить о том, что, условно говоря, проигравший 8 финалов из 10 – это лузер, да нет, он был в 10 финалах. Это я все еще, Алексей, на ваш вопрос отвечаю. Спасибо. Днепр проиграл со счетом 2-3, а не 0-6-0-6. Да помни этот матч, Леша. То есть Днепр забил как минимум 2 мяча, да? Фигурально тебе говорю. Вообще, да, финалисты... А можно про Газаева вставить? Ну, как я вот понимаю себе, что он имел в виду, или вернее, не что он имел в виду, а как он мыслит, и кто ему эту мысль в голову, ну, скажем так, вбил. Но ведь он продукт советской школы воспитания, я имею в виду спортивной, а там у нас всегда было, что второе место – это поражение, поэтому он так, грубо говоря, воспитан, и это его, может быть, беда или как? Абсолютно, Стас. И вообще, вот Леша правильно, Андронов, упомянул Газаева, Ярцева, чья советская, царствие небесное, Георгий Александрович, чья вот эта советская психология не давала прекрасному поколению возможность себя реализовать. Они не были тренерами. Они были вот этими футболистами советскими, которых назначили тренерами. Тренер – это психолог, это менеджер, это бизнесмен во многом. И, кстати, при том, что Анатолий Федорович Бышевец достаточно верный мужичок, потому что он много тырил вокруг себя, но я считаю, что как раз как тренер, ну, не считая столпов типа Лобановского и Бескова, он был одним из самых ярких тренеров, как футбольный тренер. И менеджер он был, и психолог он был. Он просто немножко свою психологию и свое менеджерство поставил на ходу не тому, что нужно было. А вообще-то он очень талантливый человек. А Ярцев и Газаев, к сожалению. А Юрий Палыч? Ну и Юрий Палыч, увы, это один из моих любимых персонажей. Вот. Он родился с моим родным дядей. Я его очень люблю. Когда я встречаю Юрия Павловича, рот мой не конвульсивно расплывается в улыбке. Я обожаю Юрия Павловича. Я вот как раз в том контексте, что вы говорили, психолог, да? Психолог, ну, мотиватор, да. Менеджер, он последний из менеджеров. У него, к сожалению, тоже советская эта закалка. Юрий Павлович, кстати, вот он такой шаг немножко вперед от этого поколения. К сожалению, Романцев был с очень сильным тренером, настолько слабым менеджером, что сплав получался неэффективным. Он слишком слабо руководил процессом вокруг себя. Представьте Анчелотти, который выиграл все чемпионаты, единственный в истории человек, который выиграл все 5 национальных чемпионатов, крупнейших. Такого долго, наверное, не будет.
если Гвардиола не пойдет по рукам. Вот. Ну, просто это самое. Но это невозможно. А вот, вот этот человек, который знает вообще все вокруг, любую систему под себя подстраивает. И в этом смысле советские люди не могли этого сделать. И к сожалению, переучиться 50 лет невозможно. Я по себе это знаю. Можно только подтверждаю из себя, да. И послушайте, история тут только одна. Учиться надо уметь и любить учиться. И то, что вот Леша очень хорошую тему завел про, про Хиденко и про свободу, про вот эту историю того, как можно людей вывести на новый уровень. Но, к сожалению, нам это все сейчас недоступно, потому что нет системы координат. Вот это самое печальное. И еще долго провал будет этого поколения именно из-за того, что не вырастут люди с правильным менталитетом. Футбол, еще раз подчеркиваю, сегодняшний лейтмотив, вот красная нить, это очень справедливый процесс, очень справедливый институт. И в нем мартышкой нельзя ничего выиграть. Проиграть, будучи гением, можно. Это кто-то сказал, по-моему, в 60-е годы. Нельзя случайно выиграть чемпионат мира. Проиграть случайно чемпионат мира можно, а выиграть случайно его нельзя. Вот. И поэтому, слушайте, надо молиться на тех, кто как Гвардиола строит здание. Вот строит здание своего менталитета, своего подхода, своих идей, своей экспрессии, энергии, энтузиазма. И таких людей действительно... Вот Леша упомянул Сергея Реброва, он свое маленькое здание тоже строит. Действительно, правильно сказали, вспомнили про Ференцварош и так далее. Человек делает свое дело, и это очень круто. Может быть, не в том масштабе, который там достоин каких-то воздыханий, но это круто. Это круто, когда человек продолжает делать свое дело через все сложности и так далее. Саш, ну ведь и Газаев строил свое здание и построил. Леша, свое здание строил на Гинере. Ну его к черту и мать. Что значит на Гинере? Ну не Гинер выходил на поле и забивал голы, понимаешь? И не Гинер давал установку при 0-1 перерыве. Газаев... Гинер давал установку выпустить лишнего защитника в матче с Пармой. Ну, на матче с Пармой в том числе он тоже кое-чему научился. Мы сейчас можем вспомнить... Сейчас Стас от меня получит текст, Жатиков. Ну, прямо сейчас я его не выложу, да, мы после эфира его выложим. Нет, да, мы его после эфира выложим, но обязательно сегодня. Хорошо. Мы вспоминаем 2008 год, а 2008 год это вообще не только год Хиденко на чемпионате Европы. А с моей точки зрения, гораздо более важно было чемпионат мира по хоккею, который был в Канаде, которую мы выиграли на поле соперника, и у соперника были все лучшие силы. Они собрали тот состав потрясающий совершенно. И малая такая деталь, которую не все знают, да, что тренеры сборной России перед третьим периодом были не допущены в раздевалку. Сергей Федоров, который сейчас является главным тренером ЦСКА, захлопнул перед ними дверь. И 7 минут разговаривал с командой сам. И только после этого пустил Быкова и Захаркина внутрь. Я к чему говорю? О том, что вот эта роль Газаев, как бы изначально он всегда был максималистом. Саш, ты помнишь, как он играл, да? То есть он, да, у него все или ничего. Это, кстати, мне нравится. Других вариантов не было. Вот в списке тренеров мы незаслуженно не вспомнили Надара Халкадзе, который выиграл с тбилисским «Динамо» Кубок Кубков и создал, наверное, ту самую команду, в отличие от «Динамо» Киевского. Ну, Леш, ну, в 64-м тоже украшительно была прекрасная команда в Тбилиси. Ну, но за ту команду болели все. Та команда, ее любили все, потому что она играла красиво. Она добивалась результата. Я не вижу ничего страшного в том, что сам тренер или сам спортсмен считает для себя второе место плохим. Ну, в эпоху Михаила Шумахера... Можно? Дозволь слово молвить. Все время вторыми, да, люди. И что? Леш, вот можно слово молвить. Я готов извиниться перед Валерием Георгиевичем, если он сказал эту фразу,
я еще раз ее повторю, что второй – это всего лишь лучший из проигравших. Если он сказал о себе, и только о себе. О себе, конечно. Вот. Потому что если он это сказал о других, а вы вторые, когда он все выигрывал, тогда вот это вот глупость и позерство. Вот, собственно, я имел в виду. Он эту фразу сказал в 96-м году, когда Алания проиграла золотой матч Спартаку. Может быть. Может быть, это был юношеский, но для тренера он был достаточно молод. Максимализм и так далее, и так далее. Если он говорил это о себе, готов принести ему свои извинения. Когда последний раз я с ним общался плотно и выпивал, ему было столько лет, сколько сейчас мне. Поэтому всякое может быть. Мы были молоды до этого. И когда он говорил эту фразу, возможно, он был совсем юным для тренера. Но я не согласен с этим принципиально. Особенно, если ты это произносишь в адрес других. Если ты это говоришь, чтобы мотивировать себя самого и своих там подопечных, неважно, подчиненных, кого угодно, наверное, это хороший способ, хороший стимул. Но говорить о других, а вы ничего не выиграли, поэтому вы барахло, вы всего лишь вторые. Он никогда так не говорил. И барахло вам, Окей. Тогда что не надо было эту фразу приводить к разговору, который мы повели с Алексеем про поражение итальянских клубов. Ведь каждый матч можно разобрать отдельно. И Севилью можно разобрать. Ни в коем случае не... И Вестхэм, и Сити. Поэтому я говорю о том, что для меня участник финала, у нас лейтмотив этой беседы был о чем? Для меня участник финала – это победитель соревнований. Один из двух победителей соревнований. Я так к этому отношусь. Ну, вот жуткий парадокс, да, в том, что итальянский футбол как бы вот так проявил себя, выйдя во все три финала, это довольно давно не было, по-моему, в 90-е годы последний раз было, и, кстати, по-моему, именно итальянцы последним это делали. Да, это было. А, вот. Лацио играл в Интер, играл и Лацио в Кубке Кубков, Интер в Кубке УЕФА, Ювентус Кубки. И Милан, наверное, в Лиге Чемпионов. Нет, в этом году не было Милана. Это 99-й. Ну, неважно, Саш, но парадокс заключается в том, что Италия пропустила два чемпионата мира. Ну и выиграла Евро. Да, и вот тоже парадокс. Парадокс. Лёх, господа! Квалификационный сейчас, Стас. Да. Квалификационный турнир сейчас стал настолько сложнее, что ты Гибралтару можешь отдать очки, чем это было там 30-35 лет назад. Несмотря, всем кажется, что увеличилось количество команд, и это типа плохо, это размывает уровень. Да нет же. Средний уровень футбола настолько вырос, что рост количества команд – это естественное как бы отслеживание. Как чайник сам выключается, если надо. А если нет, то он продолжает кипеть электрический, пока не доберется до 100 градусов. Так вот, средняя история футбольная такова, что Гондурас обыгрывает Бразилию в 2001 году, что Албания выходит на Евро и так далее потихоньку, да, что Греция выигрывает чемпионат Европы. И это вынуждает учитывать это и уважать это. И поэтому... Азия выходит на Евро. Ну да. Уважать команды, которые заслужили это право, так или иначе. Исландия играет там на Евро-16 как-то еще. И все нормально. Не просто как-то еще. Да, а великолепно играли. Да-да-да, я помню. Этого турнира. Вот-вот-вот. Так вот, ребят, поэтому, когда мне говорят, кстати, я хочу в следующий раз, напомните мне, я просто сейчас уже устал, про швейцарскую систему поговорим. С удовольствием. Да, ну просто не сегодня, потому что... Конечно. Уже почти полтора часа в эфире, господа. Договаривались на час, а уже полтора. Я, кстати, Александр Иванович, только что читал вот перед началом эфира твой пост про швейцарскую систему. Отличный, кстати, пост. Я тоже прочел с удовольствием. Это, на мой взгляд, да? То есть вот человек, который скажет, что это такое, зачем нам это надо и почему, давайте все по старинке, это вот дурак. Это просто глупый человек, да. Я специально для своих читателей, немногочисленных, которых я сейчас уважаю и люблю, я нарочно не публикую такие вещи там в всех соцсетях, где у меня много каких-то подписчиков, я только для своих. Я специально подвел вот эту базу, чтобы люди еще раз
разобрались, чтобы Флорентино Перес, мой товарищ, разобрался, а то он что-то не понимает, и так далее, и так далее. Ну, в общем, швейцарская система, как известно, это и есть одна из самых справедливых систем определения победителя. К футболу применительно она обязательно должна быть как бы немножечко структурирована, да, то есть это должно быть только на этом этапе дальше плей-офф, потому что плей-офф мы привыкли, да, и для нас финалы это то самое. Нельзя разыгрывать чемпионов в последнем туре между кем-то и кем-то. Нужно разыгрывать между финалистами. Но, в принципе, вот группа по швейцарской системе... Это, кстати, мой брат в 95-м году сказал, что это надо сделать. Чемпионат мира тоже нужно проводить по швейцарке. Я думаю, это тоже будет. Если не в 26-м, а не в 30-м, но, дай бог, доживем в 34-м году, будет чемпионат мира по швейцарке. Там будет участвовать, условно говоря, 60 команд, и все сыграют 5 туров, потом полуфинал, финал. И это будет очень круто. Но, в принципе, самая главная задача – это сделать больше спектаклей. Я надеюсь, мы сегодня небольшой спектакль с Алексеем устроили. Невероятный просто. Огромное вам спасибо. Но у меня еще просьба большая. Тут есть несколько вопросов наших подписчиков, которые я приглядел. Давай. Да, давайте ответим. Все-таки люди нас смотрят. Сразу, да, да. Значит... Андрей спрашивает из Краснодара. Бонис, Александр Иванович, вы с нами? Я с вами, только я упал. Господи, боже мой. Да это не я, это телефон. А, телефон, слава богу. Ну, ждем, ждем проявления вашего в кадре, а я пока задаю вопрос нашего подписчика и нашего товарища, моего земляка Андрея, он под псевдонимом Бонис. Андрей, добрый вечер. Спрашивает Андрей, вспомните ли вы, какой из матчей вы в последний раз вместе комментировали? Ну, мы много ездили и комментировали много вместе. Было это давно. Последний раз мы собирались в баре и комментировали Реал Барселона. А если на, чтобы в эфире, наверное, это было в 2015 году, что мы могли комментировать? Нет, нет, Саша, это было не в 2015 году. Это был матч в самом начале 2016 года, в январе. Это было пищевое дерби, как я его тогда назвал. Играли между собой Дижон и Эвиан. Это Дижон и Эвиан? Да. Как ты можешь помнить такое? Такое вообще нельзя комментировать. Просто, такое нужно смотреть без стука. Он еще и португальскую сегунду комментирует, Александр Иванович. Лично слышал и видел. Дай, дай бог здоровья португальской сегунде, особенно Алексею Андронову. Да-да-да. Видите, кстати, видео Александра Шмельнова. Кстати, Стас, ты вот на самом деле зря иронизируешь, потому что... Да нет, я наоборот с удовольствием посмотрел. Нет-нет, никакой видео... иронии, честно. Балтика, Балтика сейчас подписала игрока из, из португальской сегунды, базируясь на наших трансляциях, обнаружив его в наших эфирах. То есть они вот отсматривали на протяжении полугода и решили, что игрок им подходит. Но в сегунде там, в португальской, она же вообще чем как бы примечательна. Там практически не бывает трансферов за деньги. То есть там только подписание свободных агентов или аренда. Потому что клубы очень бедные. Скажите, видно меня? Видно и слышно, Александр Иванович, все прекрасно. Мне не видно, у меня портрет, Александр Иванович. Всех вижу. Не-не-не, Леша, всех все видно, в эфире всех видно. Вот это самое главное. Вот. Давайте быстренько, и... коротко, а то Алексей отвечает про секунду, когда его спросили про другое. Быстренько ответы на вопрос. Я просто говорю о том, что работа важна любая, и не надо... Согласен. Да. Скажи, пожалуйста, какой последний матч вы вдвоем с Александром Ивановичем комментировали? Вот. Я же говорю, Дижон и Виан. Да, Дижон, все. Чемпионат Франции, это январь 2016 года. В феврале нас с Кириллом Дементьевым уже уволили. Так, про секунду тоже тебе будет вопрос, не переживай. Кстати, вот он. Алексей Передбогов спрашивает из Ярославля. Вопрос к Алексею Андронову. Продолжите ли вы на следующий сезон сотрудничество с телеканалом «Вижу спорт»? И будут ли там какие-либо футбольные новинки, кроме португальской секунды? Ну, продолжу это точно. Насчет новинок, просто сейчас пока на следующий сезон рано говорить. Сейчас у нас появилась мексиканская бейсбольная лига. У нас появились гонки в огромном количестве. ДТМ, прототипы, грузовики.
и так далее и тому подобное. То есть прям вот лучший контент, который существует. У нас есть, была, она закончилась уже, турецкая баскетбольная лига, один из сильнейших чемпионатов в Европе. А что будет осенью, слушайте, давайте посмотрим. Дурака не будем валять, да, мы все прекрасно понимаем. Еще два дня назад. Лешенька, надо же ответить на вопрос, не надо рассказывать про то, что два дня назад. Он ответил на вопрос. Так, это же зависит от того, что происходит, да. Два дня назад ждали штурма Москвы. Ну. Некоторые люди. Давайте о спорте. Хорошо. Следующий вопрос Сергей Орленко задает. Александр Иванович, вам вопрос. Молодежный Уругвай удивил. Не думал, что есть продолжение у предыдущей версии сборной. Наоборот. Ровно наоборот. Молодежный Уругвай удивил, что он раньше не предоставил такого поколения. Не было ни одной эпохи, когда у уругвайцев не было бы каких-то выдающихся футболистов. Там, Франческо Лерикоба и так далее, если брать времена, когда я начинал. А сейчас просто Суарес и Кавани начали сходить со сцены, и, поколение, можно сказать. И очень долго затянулось даже появление нового, и оно сейчас развивается. Мне не очень нравится, к сожалению, Дарвин Нуньес как лидер атаки сборной, потому что он такой пустоватый пока форвард. Без обслуги не может, он сам не может создавать. То есть это не Кавани совсем. Может, еще подрастет. А то, что молодежка, это было абсолютно логично. Рано или поздно Уругвай, самая валентная футбольная нация, должна давать результаты. У них просто другого нету национальной другой идеи, кроме как быть футбольной нацией. Если вы видели представление сборной Уругвая, как представили состав сборной, 23 человека на этот, или 26 даже в этом году, уже забыла заявка, как эту заявку представили, это была одна из лучших представлений в истории. Вот с тех пор, как появились соцсети, появились эти ролики, это фантастика. То каждую футболку, как бы люди, снимавшие ролик, обнаружили в своем уголке Уругвая, причем там, где человек родился. Это мог быть продавец, это мог быть учитель, это мог быть водитель автобуса, это мог быть тренер, это мог быть прохожий. Но в том городе, где человек родился, и они ехали по всей стране, и там появлялись футболки, эту футболку как бы держал перед собой, или в ней ехал на велосипеде, или в ней вел урок, или ее стирал, условно говоря. Человек, живой человек, из вот этого региона, где он был. Никто еще не додумался, потому что Уругвай действительно вся страна болеет и живет вот этим футболом национальной сборной. И 70 тысяч, которые приходят на Сантенарио на любой матч сборной, при довольно слабом чемпионате и, таким сказать, развлекательной трансферной истории вообще всего уругвайского футбола. Я в этом вот за полтора года был 4 раза в Уругвае, и каждый раз просто восхищение от того, как люди относятся и к национальной команде, и к футболу как составляющей. И там не может не расти ребят, которые мечтают быть Суаресами, Кавани, Франческо, Лерикобами, Скиафино, Хигге. Они все помнят фантастический музей. 30-й год Варелла, там 50-й год, 30-й. Самые первые чемпионы Эктор Кастро без руки и так далее. Это все, это такая преемственность, которая, конечно, которой помогает то, что Южная Америка имеет гладкую историю, там не имеет войн, потрясений, но тем не менее в Аргентине слишком все душераздирающее, вот эти противостояния Боки, Ривера, Эстудиантеса и прочих, они слишком силен клубный футбол и его влияние. А Уругвай — это страна сборной, и ради этой сборной там как бы люди живут, и ее успехов. И мальчишки выходят, чтобы однажды стать парламентом. Однажды, Саша, стать тварой. Можно на секундочку вмешаться? Я в Москве играю последние годы квизы футбольные достаточно часто. И вот на одном из последних нам был задан вопрос про Уругвай.
такого тренера анонсировали назначение холодильником со льдом и лежащей на нем кепкой уругвайской сборной. Марсело Бьелса. Ну, потому что Бьелса, как ты знаешь, он вечно любит сидеть на этом холодильнике. Не на скамейке запасных, а вот на нем. Но для меня это очень интригующий проект. Я считаю, что Уругвай сейчас получил, возможно, лучшего тренера сборной, которого можно было получить. Бьельса один из лучших тренеров на короткой дистанции, которых я знал. Бьельса человек невыдержанный, человек дурный, и продержаться у руля хоть какого-то коллектива больше 3 лет ему не подвластно и никогда не будет. Но если Уругвай сейчас сделал ставку, он им поставит игру довольно быстро, потом уважение к нему высокое, действительно там глубокое. И я очень надеюсь. Марсело прекрасный специалист, просто он неспроста у него кличка Лоха сумасшедший. Да. Вот. И я очень на него надеюсь, но не только на него, а на то, что мальчишки вот эти вот окрепшие, Вальверде, прежде всего, Бентанкур, ну, Арауху, конечно, неожиданно появившийся сильный вратарь, хотя и пока играющий в Европе. И просто поколение вот этих 20-летних, они просто создадут к 26-му году очень хорошую команду. Господа, ну, там еще есть вопросы, но если я сейчас, мы еще час. Коротко зачитываю. Да, хорошо. Нет, ответить, да или нет? Хорошо. Да или нет. Как вы относитесь к медийному футболу, понимая, что футбол для болельщиков, ну это уж чересчур, по мнению Сергея Ирленко? Нет. Леша? Никак не отношусь, мне эта сфера деятельности абсолютно не интересна. Хорошо. Вопрос к обоим от Перебогова Алексея. С чем связан очередной провал сборной Норвегии в отборочном турнире? Поколение Холланда, Эдегора, Эль-Юнуси, Тортсверда снова мимо крупного турнира на 99%. В чем дело? Потому что поколение Эль-Юнуси ничего не должно выигрывать. Стас, я на этот вопрос отвечал в тексте на нашем канале. Я считаю, что если тренер сумасшедший и при счете 1-0 в свою пользу меняет Холланда и выпускает вместо него человека, который забил один гол в этом сезоне, я подчеркиваю, не в году календарном, а в сезоне, в 30 матчах он забил один гол. Он его выпускает вместо Холланда. После этого шотландцы идут вперед и выигрывают матч. Нет, не будет делать. Тренер тут вообще ни при чем. У Норвегии нет футболистов. Это не шахматы, чтобы играл один человек. Саш, вот ты помнишь матч, я его комментировал, а ты его должен помнить, когда Алания выиграла у Спартака со счетом 5-1 в Владикавказе. 4-1. 5-1. Тогда не помню. Шевчук был главным тренером Алании, а Карпин был тренером Спартака. Я этот период не смотрел, Леш. Да, и Карпин при счете 1-3 убрал с поля Алекса, который был лучшим игроком Спартака в тот момент. Вообще, я даже не смотрел это все. Это ну интересно. И все, и немедленно получилось. Не, Леш, никакого сравнения нет. 1-3, 1-0. Ну ты о чем вообще говоришь, Леш? Ну ты хоть футбол знаешь, нога мяч когда-нибудь видел? Причем тут 1-0 и 1-3? Еще раз. Да просто нельзя. Правильно он снял. Правильно снял. Просто у него лучшего игрока своего снимать. Можно, можно и правильно сделал. Тренер вообще ни при чем. Вообще ни при чем. А почему он правильно сделал, Александр Иванович? Я считаю, что убрать человека, на которого идет акцент в атаке, и выпустить оборонительного форварда, который ни хрена не умеет забивать, иначе бы его не взяли в сборную, если у него не было каких-то достоинств. Как в третью пятерку берут там оборонительного хоккеиста, да, нападающего. Так и здесь оборонительный форвард вышел, чтобы играть свою функцию по абсолютно правильной замене. И не повезло, что Шотландия забила. Все абсолютно, Леш, в принципе, не согласен с выводом категорично. Совершенно неправильная замена. Так же, как и выпуск 5-го защитника Даева в матче с Еще раз, ребят, вот смотрите. Ответ я вам дал изначально. Если после слова «поколение» стоит Эль-Юнуси, то все понятно. Дело не в его арабском происхождении, а в том, что это футболиста уровня дубля факела Воронеж.
Поэтому сборная Норвегии сейчас не может выиграть не то, что ничего. Она в турнирной таблице должна бороться с Лихтенштейном. Потому что есть там звезда, но в футбол одна звезда не играет. Ну и Эдегор, полторы звезды. Ну, да, кстати, мы готовим текст про еще одну звезду, которая вот одна в футбол не играет. Величайший человек, до которого пока Холланд даже не добрался. Это Джордж Виа. Это прекрасно. Я еще раз, Джордж Виа играл в великих командах. В Милане прекрасном, прекрасном в Париже, кстати, который едва не дошел до финала. Джордж Виа... Но ему не посчастливилось, он играл за ту сборную, которая не могла даже на Кубок Африки отобраться. Да нет, это его сборная не посчастливилась, что у нее был только Джордж Виа. А у него, неважно, родину никто не выбирает. Особенно место, где ты родился. И я очень надеюсь, что Грузия попадет на чемпионат Европы. Ну, через Лигу наций только. А почему? Я нет, не через отбор не попадет. Не попадет. Почему? Почему? Я полностью смотрел матч в Шотландии. Я понимаю слабости сборной Грузии в структуре игры. Ну нет, нечем играть. Нечем переиграть Испанию и даже Норвегию. Норвегию можно случайно. А Шотландию можно. С Норвегией уже сыграли в ничью. Неважно. Так еще же с ней второй матч надо играть. Ее же надо обыграть, чтобы очков больше набрать, чем в Шотландии. Этого не будет. Она может занять третье место в стыке выходит. Леш, ну нечем Грузии обыгрывать Шотландию. Я Норвегию. Понял, да. Примерно так же, как ты сейчас мне скажешь, что Украине нечем обыгрывать Италию и Англию. Украине больше, чем есть, но я думаю, что Украина будет третьей в этой группе. А я думаю, что Сергей Ябров что-нибудь придумает. Хорошо. Стас, давайте читайте, что да или нет. Все, уже таких вопросов, которые требуют просто да или нет, их нет. Иначе мы еще на час будем. Да. Ну что, друзья, Александр Шмурнов, Алексей Андронов сегодня были с нами. Огромное вам спасибо. Это невероятно. Я хочу сказать, что это были не футбольные болтуны. Это была реинкарнация шоу Андронов Шмурнов. Своего рода. Но на самом деле я серьезно абсолютно. И за что мы вам безумно благодарны. За то, что, во-первых, согласились прийти. И за то, что вы это шоу сегодня у нас устроили. Это уникальный эфир для нас уж точно абсолютно. И думаю, что для подписчиков, которые по вам соскучились. Станислав Ситник, Алексей Березин, Станислав Жатиков сегодня вместе с нашими гостями были в прямом эфире. Смотрите футбольные болтуны. Оставайтесь с нами. И всего вам доброго и спокойной ночи. А гостей наших я прошу пока не расходиться. Всего доброго!